Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Я Сергей Бойко, рад приветствовать вас на программе «Диалог в прямом эфире». Как всегда, вначале напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 182. Вы можете позвонить на этот номер с ваших городских телефонов. Если у вас есть желание пообщаться с нами в прямом эфире, предупредите об этом наших операторов связи. Если у вас нет под рукой городского телефона, но у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете отправить вопросы с помощью смс на короткий номер 8845, слово «радио» в начале ваших текстовых сообщений. Вопросы, пожалуйста, как всегда, не откладывайте в долгий ящик, чтобы у нас было время на них ответить. И как вы уже знаете, у нас сегодня в студии Виталий Михайлович Васюков, директор филиала номер 215 УАО АСБ «Беларусьбанк», депутат Оршанского районного совета депутатов. Виталий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей студии и как депутата, и как директора Беларусьбанка. Если мне не изменяет память, за все время у нас таких эфиров не было. И судя по вопросам, которые к нам уже поступили, интерес к нашей программе есть. Итак, начнем все-таки с вашей депутатской деятельности. Да? С чем к вам приходят ваши избиратели, какой у вас, собственно говоря, округ, что туда входит и какие вопросы вам задают? Ну, мой округ 15 по текстильной. При проведении встреч с населением, конечно, возникают, наверное, традиционно уже, к сожалению, это вопросы, связанные с системой ЖКХ, дороги, торговля. Но обратил внимание, что в последнее время стали появляться вопросы, я думаю, они на сегодняшний момент актуальны. Это вопросы, связанные именно с финансовой частью. Вопросы, касающиеся размещения людьми своих денежных средств, как рационально сделать, куда лучше разместить деньги, как привлечь кредит, как профинансировать ту или иную покупку. Поэтому я считаю, что это очень актуально. Сегодня много проводится работы, но сегодня такой вопрос и проблема существует. Да, это то, что называется финансовая грамотность населения. В чем, собственно говоря, это заключается и что финансисты делают для этого? Ну, как я уже начал говорить, первое, с какими вопросами сталкиваются люди. Первое – это люди, которые имеют какие-то денежные средства, которые не знают, как лучше их разместить, в какой вклад, на каких условиях, как посчитать правильно процентную ставку. А это тоже немаловажно сегодня при выборе инструмента, который необходимо применить. Также вторая часть, противоположная, это как правильно привлечь деньги для того, чтобы купить, к примеру, многие покупают и квартиры, и автомобили, и какую-то технику, мебель, и сталкиваются с вопросами, как правильно взять кредит, в какой банк лучше пойти, как правильно посчитать процент, насколько он приемлем конкретно для каждого человека, сколько платить. То есть вопросы именно расчетного характера, которые для служащих финансового сектора сегодня, они знакомы, это повседневные. Но для опроса граждан, да, кто с этим не сталкивался, например, тот и, собственно говоря, не знает. Конечно, да. Пока не, вот, как говорят, петух не клюнет, да, до тех пор никто этим сильно не интересуется. Вы знаете, да, и даже скажу более, читал аналитику, по прошлому году Национальный банк в нашей стране проводил исследование в части именно, насколько наше население подковано, насколько оно финансово грамотно. И, к сожалению, основная часть наших жителей нашей страны, они пользуются стандартными услугами финансового характера. Это оплата коммунальных платежей, это покупка либо продажа валюты, это, возможно, совершение какой-то операции в банкомате, но не более. И, к сожалению, стоит констатировать, что сегодня есть над чем работать, и в том числе, кто как не банковский сектор нашей страны сегодня окажет этому содействие. Ну вот я знаю, что в одной из школ у вас целый класс организован, так ли это, и чем он, собственно говоря, занимается? Ну, не то, что нами организован. Изначально эта идея возникла у нашего всем известного депутата Палаты представителей Национального собрания Добрынина Людмилы Анатольевны.
Эту идею поддержали местные органы власти, отдел образования. Ну, мы тоже, как банк, не остались в стороне от этого проекта. На базе школы номер 2 организован экономический класс. Разработана определенная программа. Это дети, которые проходят обучение в виде уроков, в виде финансовых консультаций, в виде семинаров. Проходят такое обучение на протяжении всего учебного года. И там как раз-таки их учат, рассказывают вот вопросы, начиная с азов, как распоряжаться деньгами, как правильно распоряжаться деньгами. Надо ли их в матрасе держать? Или в банке трехлитровой. Да, да, да. Или в настоящем банке все-таки лучше держать. Да, туда привлекаются и наши сотрудники, я в том числе участвую в этом проекте. И я думаю, за этим будущее, ведь дети — это наше будущее. И насколько они будут подкованы в этой части нашей жизни, настолько они смогут в будущем развивать и повышать уровень благосостояния нашей страны. Но я думаю, что те, кто обучается вот в этом классе, будут учить своих родителей, бабушек и дедушек вот основы финансовой грамотности, рассказывать о том, что им рассказывают в школе. И все-таки вот следующий опрос, который будет делать Национальный банк, все-таки какие-то показатели улучшатся в большую сторону, как вам кажется? Я думаю, что улучшится, потому что этому направлению уделяется сегодня много внимания. Мы с вами поговорили, вот я рассказал о школе, в частности, в Орше. Но кроме школ, кроме институтов, колледжей, лицеев, сегодня банками, ну мы в том числе, наш банк тоже активно в этом участвует, проводятся уроки так называемой финансовой грамотности, но уже для более взрослого контингента населения. Это работники предприятий, организаций. Мы также туда выходим, также проводим обучение, также рассказываем, показываем, но уже на конкретных примерах с использованием карточек рабочих. Ну, и я думаю, что прогресс, он виден, он налицо, и за этим будущее. Я думаю, что наша сегодняшняя передача – это тоже своеобразный такой урок финансовой грамотности, потому что дальше мы будем говорить вот про азы, да, которые, вот, может быть, люди послушают, посмотрят и все-таки будут больше понимать, что нужно делать. Поэтому вот начнем вот с самого такого. Я, например, есть деньги, скажем так, свободные, да, я хочу положить их в банк. Вот не в кубышку, не в матрас, а чтобы деньги работали, приносили какие-то, наверное, проценты. Вот с чего, собственно говоря, надо начинать, куда надо обращаться, что надо делать? Ну, в первую очередь, все начинается с денег, с их наличия. Второе – это желание. Соответственно, человека разместить эти деньги. Во-первых, это безопасно, деньги не хранятся дома. Во-вторых, это защищает от инфляции, ведь суть экономики и суть размещения денег – это защита от инфляции. Ну и третье – это приносит какой-то, пусть и небольшой, но доход. Для начала надо определиться с банком. Ну, из практики сталкиваемся, что человек, прежде чем куда-то занести свои деньги, разместить, он изучает условия банковских депозитов различных банков. Ну и в зависимости от того, кто что предложит, у кого будет интереснее условия, естественно, человек туда и придет. Для этого надо желание, паспорт, деньги. Знаете, по поводу условий, ну, что там далеко ходить, в Беларуси у нас пока, слава богу, такого нет, а вот у наших соседей россиян закрывается банк за банком, да, обещают огромные там годовые проценты, люди на это как бы вот, ну, ведутся, скажем так, потому что агрессивная рекламная кампания некоторых банков проходит. Там деньги полежали, банк разорился. Ну, хорошо, сейчас все-таки страховка какая-то в России ввели в банковской сфере. Но, тем не менее, вот, наверное, да, нельзя вестись на очень большие проценты, если банк это обещает. Да, безусловно. Все знают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Аналогичная ситуация и здесь.
Конечно, все системообразующие банки, крупные банки страны предлагают сегодня, ну и другие, не буду, чтобы не обидеть коллег своих из других банков, предлагают сегодня, в принципе, равнозначные условия, плюс-минус несколько процентов, и условия, которые отличаются сроками, ставками и условиями снятия. Но я хочу еще остановиться на одном моменте, чтобы понимали. Буквально в прошлом году изменилось законодательство в части вкладов, в части депозитов. Появились, и много у людей возникло вопросов в связи с этим изменением законодательства. Вышел декрет номер 7, в соответствии с которым наши вклады, банковские вклады, депозиты стали подразделяться на отзывные и безотзывные. То, что, в принципе, существует сегодня в мировой практике. Что это значит и что это подразумевает? Отзывный вклад – это то, с чем мы жили до апреля 2016 года. То есть человек положил депозит на определенный срок. Под определенный процент. И он по окончании срока приходит, забирает, получает свой процент. Но всякое бывает. Человек захотел снять досрочно эти деньги. Он мог прийти, потерять проценты, но деньги забрать. То есть, в принципе, это суть отзывных вкладов, которые действуют сейчас. Появились безотзывные вклады. То есть это деньги, которые также человек может положить на срок, под ставку, но до окончания срока размещения этого вклада он забрать их не может. Может, но в определенных условиях. То есть декретом предусмотрено по разрешению непосредственно банка, который принимает эти деньги. У каждого банка существуют, ну, я думаю, условия все практически одинаковые. Это жизненно важные ситуации, это смерть близких, это получение по наследству, это выезд на ПМЖ в другие страны, это болезни, то есть именно серьезные причины основания. В таких случаях человек может забрать отзывный вклад. Но разница в том, что по безотзывным вкладам человек, больше. Да, он не может снять раньше срока, но он получает за это определенные бонусы в виде повышенного процента. То есть, да, это интерес. И почему вот мы начинали говорить, что надо как определиться. То есть каждый человек должен определиться, он будет пользоваться этими деньгами до окончания срока, либо нет. Ему нужен больше процент, либо ему нужно защититься от риска, забрать все деньги раньше срока. Скажите, зависит ли сумма процента, да, от, вернее, процент от суммы вклада? То есть чем выше вклад, тем больше процент? Или вот этот процент зависит только от отзывный или неотзывный вклад? В разных банках по-разному. В основном, да. То есть чем больше сумма, тем больше процент? Да, естественно. Чем больше срок, чем больше сумма, тем больше процентная ставка. Угу. Как правило, это условие действует, наверное, практически во всех банках. Ну, можете сказать максимальный какой процент в вашем банке? Ну, максимальные проценты сегодня доходят до ставки рефинансирования, увеличены на 1-2%. То есть в зависимости, опять же, от вклада, от срока и ставки. Ну, с этим мы разобрались. Теперь давайте еще. Вот, например, человеку нужно открыть счет, да, потому что, ну, раньше, по крайней мере, при поездке за границу, да и сейчас иногда требуют вот выписку из счета и так далее. Что вот нужно для того, чтобы открыть счет? Понятно, если вы получаете зарплату на карточку, то у вас автоматически открывается счет, да, то есть зарплата, куда поступают деньги. А если человек не при вашем банке получает зарплату, а просто хочет открыть счет, что вообще для этого нужно? Для этого надо прийти в банк, в любое отделение банка, прийти с паспортом и открыть счет. То есть сразу надо туда какие-то деньги положить, либо просто вам если это обычный счет, текущий счет до востребования, его можно открыть без пополнения. Ну и тоже какой-то же процент берется за обслуживание, я так понимаю, счета, нет? Нет. А ничего, просто открываете? Нет. Ну, то есть, как правило, в таких случаях люди открывают, когда ждет откуда-то человек перевод. Ну, то да, есть ему, да, должны пополнить. Счет, да, 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 да. Ну, с этим мы тоже разобрались. Теперь давайте перейдем к теме, которая, может, наверное, чуть ближе знакома нашим телезрителям и радиослушателям. Это кредиты.
То есть, потому что деньги, конечно, кладут вклады, но многих просто интересует, вот как же все-таки взять деньги в долг, скажем так. Да? Сейчас многие страны так и живут, от кредита до кредита. То есть один гасят, потом берут другой. Опять же, у наших соседей сделали так, что банки предлагают погасить ваш кредит, возьмите у нас там следующий кредит, ну и так далее. Вот это вся жизнь, в общем-то, закредитована. Давайте, как взять кредит, на что можно взять кредит, какие проценты? Опять же, цели кредитов разнообразные, в зависимости от того, что человеку необходимо. Соответственно, и от этого распределяются и сроки, и ставки по банковским кредитам. Как правило, эти условия они распространяются на и действуют во всех банках. Ну, говоря о Беларусьбанке, условия также они разнообразны. То есть можно взять обычный потребительский кредит, неважно на что, неважно для чего. Сроки колеблется от года до 5, то есть в зависимости от того, насколько человек, что он покупает, насколько крупную покупку, насколько крупная сумма ему необходима. Соответственно, чем выше, больше срок кредита, тем выше ставка. Это надо понимать. Можно взять кредит так называемым целевой. Ну, говоря опять же о Беларусьбанке, можно взять кредит на приобретение автомобиля. Можно взять кредит на отдых. Можно взять кредит на молодым парам, у которых не получается завести детей, даже кредит на ЭКО. То есть это кредиты вот эти более дешевые. Есть у нас кредитная линейка и для пенсионеров. То есть, опять же, в зависимости от категории, от условий, разные процентные ставки. Для того, чтобы взять кредит, не только у нас, но и в других банках, необходимо работать и получать зарплату как минимум на протяжении 3 последних месяцев, потому что получение кредита подтверждается зарплатой. Если человек берет кредит в нашем банке, но получает заработную плату через другой банк, ему надо взять справку о доходах со своей организации. Очень удобно, если человек хочет взять кредит у нас и получает зарплату через карточку нашего банка, ему не надо ничего брать, ему достаточно, у нас же в банке мы сделаем выписку по его карт-счету, и это будет подтверждением его заработной платы. Также кредиты можно как с поручителем брать, так и без поручителя. Все это колеблется, вот эти все условия, отличия в процентной ставке. То есть, если без поручителя ставочка выше, если с поручителем, да, определенное неудобство, но человек за это получает бонус 1-2%, и у него кредит будет дешевле. Как пример, ну, человек вот берет кредит целевой там, на покупку машины, а тратить деньги на другое, такое вообще возможно? Проверяется ли это каким-то образом? В принципе, это невозможно. Когда берется целевой кредит на приобретение автомобиля, он перечисляется, если это новый автомобиль, то он перечисляется на счета дилера. А, то есть человек наличку в руки не получает. Да. Угу. Если это берется кредит, как я говорил, ЭКО, то деньги перечисляются тоже туда деньги переходят. Туда. Угу. Если кредит на приобретение БУ автомобиля, к примеру, то, соответственно, банк представляется после приобретения, в определенный срок представляются документы о том, что автомобиль приобретен и зарегистрирован. Соответственно, это с недвижимостью и со всем остальным. То есть да, с поручителями мне система понятна, потому что сам был поручителем, у меня были поручители, знакомые были поручителями, которые, что называется, попали на этом. Вот, не очень приятные ситуации попадали, когда основной человек переставал, кто брал кредит, платить, исчезал из республики, да, и потом вот поручители платили деньги, поэтому я вот честно всем всегда говорю, все, ребят, я больше поручителем никому не пойду, можете не обижаться. Вот, эта система понятна, то есть поручитель платит. Вот, когда нет поручителя, банк же, ну, скажем так, это не благотворительная организация, как-то должны механизм потом возврата своих денег, то есть какие вот механизмы? Человек, ну, не платит человек, да, что в этом случае банк делает? Ну, если с поручителем, мы уже говорили, это да, все понятно. Да. Есть судебная нотариальная практика, которая работает.
Банки, выдавая кредиты без поручителей, выдают, как правило, их под так называемую неустойку, то есть под страхование риска. То есть если заемщик не возвращает кредит, банк обращается в страховую компанию, которая ему возмещает, и дальше это вопрос уже страховой компании по взысканию с этого человека этих денег. А, то есть вы вообще этим не занимаетесь? Да. Вы свои деньги в любом случае получите. Либо с поручителя, либо с страховой компанией. Это удобно. Ну что ж, с этим мы, я думаю, тоже разобрались. Теперь вот я слышал, у вас такие есть клубные проекты, но это не надо вставить в каком-то клубе, это такое, я понимаю, что чисто условное название, да. Клубный проект. Что это такое? Ну, это новинки, которые появились в прошлом году в нашем банке. Что включает в себя в клуб? Клуб – это как бы виртуальное, невиртуальное подразделение, в которое входит получение платежной карточки международной системы. Это входит получение кредита, это размещение депозита, это возможность получать смс-оповещение бесплатно на расходных операциях по своей карточке, но с определенными условиями. То есть на сегодняшний день существует у нас порядка 3 клубов. Так называемый клуб «Бархат», он ориентирован на лиц пенсионного возраста. Название такое «Бархат». Да, наверное, название. Да, что такое теплое и мягкое, да. Да, название, соответственно, подобрано. Существует клуб «На старт». То есть этот клуб рассчитан на людей более молодого возраста. То есть это студенты, это, наверное, молодежь, которая активная, которая пользуется интернет-ресурсами, интернет-магазинами и так далее. И третий клуб – это клуб «Карбланш». Это более уже возрастной категории. Это люди, которые ведут активный образ жизни. Они ездят за границу постоянно, отдыхают, путешествуют и так далее. Что дают это клубы и чем они подразделяются? То есть в зависимости от клуба, почему не рассчитан на определенные возрастные категории, там идут скидки на разные продукты. То есть, к примеру, вот я уже назвал, что туда входит в этот клуб. Карточка при расчете, к примеру, вот клуб «Бархат», при расчете лицом пенсионного возраста этой карточкой в магазине, в любом, идет бонус, возвращается 1% от суммы. Либо при расчетах за коммунальные услуги. То есть там идут определенные бонусы. Если в определенных аптеках человек приобретает лекарства, там бонусы могут доходить до 5%. Соответственно, депозиты. То есть если в этом клубе, под этот клуб размещается срочный депозит, то ставка также выше, чем по обычному депозиту. Соответственно, если пенсионер оформляет кредит в рамках данного клуба, то процентная ставка также ниже, чем по обычному кредиту для пенсионного возраста, который тоже существует. Соответственные скидки и бонусы существуют и для других клубов, но они распространяются на немножко другие виды услуг. То есть, например, для молодежи на старт там идут скидки при оплате определенных товаров через интернет-магазины, тоже определенные интернет-магазины. Почему? Вот и есть такие возрастные ограничения. Ну, не то, что ограничения, предпочтения возрастные, хотя возрастных ограничений, если придет молодой человек и захочет... Но в «Бархат» он не вступит? Да, он может оформить. А, может тоже? Или человек пенсионного возраста... Нет, прошу прощения. «Бархат», там, наверное, пенсионного, нет. Да. То есть, если пенсионер захочет оформить... На старт, то он может стартануть. Он может стартануть, раз. Да. Я понял. Хорошо. Про клуб. Ну, это можно, наверное, все подробно у вас Да, в любом узнать. Отделении да. банка, либо по справочному телефону. Ну, вот мы на всех эфирах, когда у нас торговля, здесь присутствует руководитель исполкома подразделения, мы всегда говорим о безналичных расчетах, пластиковые карточки. К сожалению, вот констатируем всегда, что не очень активно это ведется переход в городе на безналичную оплату. Так ли это, изменилась ли ситуация в последнее время? Ну и в чем, собственно говоря, преимущество пользования пластиковыми карточками? Да, вы знаете, анализируя ситуацию за последние буквально 2-3 года, она изменилась. И изменилась в лучшую сторону. Сегодня и на уровне правительства, и на уровне Национального банка не то что агитационно, но
проводится работа именно по переводу на использование безналичных расчетов. Даже в мире существуют страны, где люди безналом рассчитываются на 97%, только 3% налички. Но мы к этому стремимся. Удобно это чем? Ну, во-первых, это для государства удобно. Это налично-денежное обращение, это эмиссионное обращение. Во-вторых, это удобно для самих потребителей, для самих людей. Почему? Особенно это стало актуально после введения новых денежных единиц. От многих и в магазинах, и при встречах, и на улицах слышишь, вот не было монет, было как здорово, было удобно, их негде хранить, их некуда ложить. Деньги держишь на карточке, и, вы знаете, не надо думать, куда ложить монеты, как их посчитать. Безопасно. Ну, про безопасность, я думаю, никому говорить, рассказывать не надо, потому что наличку потерял или, не дай бог, украли, ее, ну, по большей части ее уже не вернешь. Уже не вернешь, да. С карточки деньги вернуть можно всегда, потому что наши карты защищены в Республике Беларусь пин-кодами, поэтому взломать, влезть туда, ну, практически невозможно. Опять же, удобство. Мы сегодня сталкиваемся с проблемами оплаты потребителям услуг за разные услуги. Это начиная от коммунальных платежей, заканчивая платежами за техосмотры, за садики, за кружки в школах. Не надо идти в ближайшее отделение банка или почты для того, чтобы отстоять очередь. Если особенно это пик коммунальных платежей, то, наверное, многие телезрители знают, какие очереди бывают в подразделениях банка и почты. Это все делается быстро, удобно, через сегодня сервисов дистанционного обслуживания более чем достаточно. Это интернет-банкинг, мобильный банкинг, смс-банкинг, ТВ-банкинг и много-много, я уже не говорю про уже даже, наверное, инфокиоски и банкоматы уже отходят на второй план. Это был как инструмент, если можно назвать, переходного периода от наличных к дистанционным услугам. Я думаю, многие, кто хоть раз попользовался и не стоял в очередях, то он оценил эти услуги. И, я думаю, в дальнейшем будет пользоваться. Ну и как статистика, каков результат, каковы изменения. Даже на примере нашего банка, Аршанского, Беларусьбанка, более 50% уже совершаются через каналы дистанционного обслуживания. Это начиная от коммунальных, заканчивая кредитами, погашения, то есть уже 50%. Вот вы знаете, вы говорите очереди, да, особенно когда вот пенсионеры получают пенсии, огромные очереди, на почту не пробиться. Скажите, а могут ли пенсионеры получать точно так же пенсии на карточке? Да, конечно. То есть это для этого нужно желание прийти для в отделение этого, банка? Да, да, прийти в любое отделение банка, там наши специалисты оформят заявление, и даже с этим заявлением нет надобности идти Управление по труду и занятости и социальной защиты. Мы сами это делаем, у нас налажена связь, налажен контакт, мы сами переправляем, и начиная со следующего месяца человек начинает получать пенсию на платежную карточку. То есть, опять же, нет надобности стоять в очереди, потому что кроме пика коммунальных платежей в отделениях банка, да и почты, наблюдается пик, когда выплачивают пенсию. Да. А тем более сейчас же молодые пенсионеры тоже есть, они уже продвинутые, да. Мало того, что все с мобильными телефонами, вот я видел, что у многих уже и пластиковые карточки рассчитываются ими и в магазинах, и везде, это удобно. Ну что ж, и последний вопрос, наверное, который успею задать перед рекламой. Ну, все знают вот отделения вашего банка по городу, их много, кстати, по памяти, сколько, можете сказать сразу так вот? По Аршанскому району 25 отделений. Вот. И есть главное отделение банка, которое находится на улице Ленина. В чем, собственно говоря, разница? Потому что вот я бывал и там, собственно говоря, кроме там, ну да, интерьер, конечно, в главном офисе отличается от отделенческих, но, наверное, не только внешне он отличается от других. Да, вы правы. И отличие в том, что из этого отделения, которое по Ленина 81 в центральном офисе находится, мы исключили прием платежей наличными деньгами либо карточками в непосредственно операционных окошках. То есть многие
люди были в отделении в нашем центральном до ремонта, после ремонта. Там было 6 окошек, сегодня там 3. Но сегодня мы переходим на уже более современный уровень обслуживания. Там выделены открытые рабочие места, которые можно совершить те же операции, только без налички. И мы оттуда вывели платежи именно, как я уже сказал, приема в операционных кассах. Но это не значит, что мы отказали нашим клиентам в данных услугах. Эти услуги можно совершить. Там у нас установлен инфокиоск с функцией приема наличных денежных средств, кэшин. Все те же платежи можно совершить через инфокиоск. Независимо от того, есть у клиента нашего платежная карточка, либо у него наличные деньги. Он может точно так же вставить наличку в это устройство и совершить все те же платежи. Тем более, что сегодня уже практически все поставщики услуг в республике, они принимают свои платежи через единую расчетную систему Национального банка. По сути, мы перешли на более современный уровень обслуживания, можно сказать так. Да, на этой оптимистической ноте мы закончим первую часть нашей программы, уходим на рекламу, она будет короткой, не переключайтесь.